Всем привет! 254-я серия турецкого сериала «Кровавые цветы» выйдет 16 февраля. С русской озвучкой ее можно будет посмотреть через несколько дней. Если вы хотите, чтобы ребенок Дилан выжил, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Дилан находилась в лесной хижине, пока ей не стало хуже. И только тогда ее срочно доставили в больницу с кровотечением. Врачи сразу же принялись оказывать первую помощь, и на первый взгляд с Дилан и ребенком все было хорошо. Все корабеи собрались около палаты Дилан, дожидаясь результатов обследования. Но слова врача были в итоге неутешительны. Состояние ребенка оказалось критическим, и следующие сутки будут решающими. Баран и все остальные были в шоке. Сабиха плачет, не понимая, за что все эти беды, бедный Дилан. А Кудрет спросил Барана, узнал ли он причину аварии. На что Баран ответил, что машину отказали тормоза. Вот интересно, почему полиция не начала расследование по факту ДТП. А Хасан позвонил Дживахиру и сказал, что их дела идут не очень-то и хорошо. Скоро станет известно, что тормоза были испорчены. И тогда Баран начнет поиски виновного в аварии. А Хасан боится за свою шкуру. Вахир и Хасан что-нибудь придумают, чтобы вину перекинуть на кого-нибудь другого. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.